Профессия продавца была и остается востребованной. Несмотря на то, что новые технологии прочно вошли в нашу жизнь и упростили ее, представить магазин без продавца невозможно. Именно эти специалисты в форменной одежде поздороваются с вами и заботливо спросят, нужен ли вам пакет и есть ли дисконтная карта, а на прощание обязательно поблагодарят за покупку. Такие специалисты работают в магазинах Брестской областной базы Бакалея, где к подбору кадров относятся с особой серьезностью. Профессия продавца востребована всегда. Ежегодно мы принимаем до 10 человек, специалистов по специальности продавец в нашу розничную сеть. Мы принимаем в основном продавцов после выпуска нашего профессионально-технического колледжа торговли. Они соответствуют современным требованиям нашего продавца, потому что должны сегодня продавец должен быть знать потребительские свойства товара, знать производителей, уметь дать квалифицированную консультацию покупателю, рассказать про скидки, акции. Ну и, конечно, обладать определенными личностными качествами. В первую очередь, это, конечно, сдержанность, это коммуникабельность, доброжелательность и обязательно честность. В магазине «Северный», который расположен на Вересковой улице, добросовестно работают продавцами Валерия и Анастасия. Свой профессиональный путь они начали не так давно. Познают азы на практике чуть больше года. Девушки закончили Брестский государственный торгово-технологический колледж и теперь с удовольствием рассказывают о своей работе, которая не только ответственная, но и интересная. Ведь каждая из них еще с детства мечтала стать продавцом. Всегда хотела быть продавцом с самого детства, даже в детском садике говорила, что буду продавцом, продавать игрушки. Вот. Мне очень нравится моя профессия, коллектив очень хороший, все помогают. Если я что-то не знаю, я спрашиваю, мне все помогают. Тут очень отзывчивый коллектив, поэтому, мне кажется, я быстро влилась сюда. Все хорошо. Я пришла, сразу начали, люди были отзывчивые, сразу же помогали, рассказывали все. На продавца я решила учиться, наверное, с самого детства. У меня такая была мечта. Мне нравилось людей, там, как-то с ними общаться, контактировать. Даже вот в детстве, помню, играла с листочками из деревьев и нравилось вот так вот просто давать сдачу людям. Продавец – это важная часть большого механизма под названием магазин. Без них нельзя обойтись как в маленьких торговых точках, так и в больших гипермаркетах. А для того, чтобы специалист был настоящим мастером своего дела, работал быстро и слаженно, требуется не только профильное образование, но и такие умения, как стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность и многие другие. Профессиональным навыкам учат в Брестском государственном торгово-технологическом колледже. На данный момент здесь проходит приемная кампания. Как отмечает директор колледжа, поступать приходят те абитуриенты, кто определился со своим будущим. Ведь руководство колледжа гарантирует дальнейшее трудоустройство каждому выпускнику. Наши специальности все востребованы, все наши выпускники трудоустроены, несмотря на трудности временные с пандемией и так далее, все они работали, все они работают. Мы не прекращали учебного процесса, у нас все, в общем-то, все дети, и сейчас очень много заявок на выпускников, как на общественное питание и на торговых работников, поэтому я считаю, что те абитуриенты, которые к нам придут, у них гарантировано будущее. В Брестском государственном торгово-технологическом колледже можно получить не только профессию продавца. Спектр возможностей колледжа велик и разнообразен. Здесь могут научить непростой работе повара или рассказать о секретах товароведческого дела. Вчерашняя выпускница Дарья Совец пришла подать документы на вкусную специальность – кондитер. Средний балл у девушки высокий, а потому и надежда на успешное поступление есть. Я, в принципе, к готовке отношусь, но мне нравится это дело. И плюс я знаю, что в профессии кондитера нужны какие-то, может, творческие способности, вот. И здесь их можно реализовать тоже, поэтому я решила выбрать эту специальность. Если посчитать, сколько времени за всю жизнь мы в качестве покупателей проводим в магазине или в кафе, то получится внушительный результат – около 16 лет. А для того, чтобы это время осталось в памяти приятным и комфортным, учреждения образования готовят настоящих профессионалов своего дела. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.